нас у нее планируется в центре Сан-Гейт, open house, и день открытых дверей, именно по вашей части. Что это будет, расскажите, за день открытых дверей, и в чем будет заключаться для тех людей, которые придут на этот, в этот день, что вы можете предложить? Мероприятие называется «Лави Бары». Вот, значит... Да. Мое любимое тело. Да. My love body. Да. Вот, что мы хотим предложить. Очень часто люди были у косметолога много-много лет назад. И где-то им сказали, что, например, кожа жирная, сухая. И они всю жизнь идут с этим, думая, что кожа так и осталась, жирная или сухая. И ухаживают, не видя даже каких-то хороших результатов. То есть... Что мы можем предложить? Мы можем именно предложить... в этот день? Да, в этот день вы можете прийти, и мы сделаем бесплатную консультацию, проанализируем вашу кожу. Мы можем сказать, ну, чего не хватает, посоветовать какие-то косметические ингредиенты, которые есть в кремах, чтобы вы могли купить. Не именно у нас, а где-то, например, не... пересушенная кожа, не хватает гиалуроновой кислоты, увлажните гиалуроновой кислотой. Или же слишком жирная кожа, вам нужен крем с ахокислотами. То есть это будет рекомендации и бесплатная консультация насчет кожи. Кроме этого, мы еще собираемся сделать мини-фейшл. В чем он будет заключаться? Это работа с лицом? Работа с лицом. Мини, да? Да, мини. Имеется в виду, будет... потому что... Это будет по времени меньше, да? Да, это будет люди, половину меньше. Мы ожидаем значительно, ну, довольно много, да? Да. Поэтому да. Все они смогут попасть, и это конечно. Будет мини. Мини – это что? Мини – это некоторые процедуры, такие как массаж, который идет стандартной процедурой фэшл, мы его уберем, потому что не будет времени. Но мы сделаем паровую ванну для лица, мы сделаем... exfoliation и нанесем маску, которая именно подходит клиенту. И нанесем также сыворотку и крем. То есть можно будет попробовать нашу косметику, но это такой как lunchtime procedure. Окей, то есть сколько такая процедура занимает обычно времени? Вот такая мини-процедура. Полчаса. На одного человека? Да. А обычная ваш appointment, обычная ваша процедура, которой человек приходит на полный такой комплекс процедур, сколько длится? Час? Ну, да, в среднем час, но бывает разное. Бывает ситуация, что человек приходит с такими высыпаниями, что иногда процедура длится и полтора часа. А то и, может быть, потребуется второй визит? Ну, да, конечно. Для того, это чтобы не состояния. Травмировать очень сильно кожу, иногда растягиваются чистки. Экстракшн на два раза. Понятно. То есть предусматривается, я знаю о том, что планируются какие-то групповые такие сессии, вы планируете делать именно в этот день, правильно? Да. Что это означает и в чем это будет состоять? Ну, это будет, любой желающий может прийти и попробовать маску, нанести ее на 10-15 минут, посидеть. Кроме этого, еще мы, что мы будем делать? Мы будем делать здесь коррекцию и покраску бровей, что тоже достаточно интересно. Мы подберем правильную форму, посоветуем лучшую форму и в то же время цвет подберем. Это будет где-то 10-15 минут. Эта процедура. То есть, короче говоря, будет несколько вариантов в течение этого дня открытых дверей, которые вы можете предложить тем людям, которые придут. Но привлекает, я так полагаю, лично меня, это бесплатная, скажем, консультация, что человеку конечно. Нужно. Потому что если мы приходим куда-то в какой-то спа или мы приходим в какой-то косметологический кабинет, ну, если это не день открытых дверей, то никто бесплатно не будет никаких консультаций делать. Ну, это во-первых. Во-вторых, всегда постараются продать вам товар, который есть у них. То есть вы свой товар не продаете? Я продаю, но это я советую. Это не регламентировано. Крема можно купить в любом другом месте. Да? Да, но я бы хотела предостеречь. Почему называется масс-маркет, косметика? Потому что там идет только 3% активных веществ.
И эта косметика, вот, например, если вот вы купите, и я куплю, там пишут, что она сделает кожу гладкой, сияющей. Mm-hmm. Но никаких проблем она не решит. Mm-hmm. Поскольку у меня или у вас может быть аллергия на какие-то ингредиенты, вот, оно должно быть минимально активно. Это что значит? Что оно практически не работает, оно просто увлажняет слой внешний. То есть для этого надо покупать профессиональную косметику. Я понял. Вот этот аппарат, он мне все время как-то внимание мое сдерживается на этом аппарате. Это как зубное какая-то вот такая вот в кабинете. У дантиста стоит такая машина, которая вот-вот начнет что-то сверлить. Скажите, это аппарат, это уже процедурный или это диагностирующий? Это, как вам сказать, это процедурный аппарат, но кроме этого у нас есть здесь лампа Вуду. Лампа кого? Лампа Вуду называется. Вуду? Это такой аппарат, который диагностирует кожу. Он работает в темноте. И если мне надо удостовериться в том, что я действительно сделала правильно диагноз, я включаю в полной темноте и проверяю кожу. Но тем людям, которые придут, то есть они могут с этим ознакомиться, но если, скажем, кто-то захочет получить такую вот полную процедуру, то, естественно, надо будет прийти в какой-то другой день к вам. Вы принимаете в этом кабинете на территории центра Сангейтс практически каждый день, да? Да, по записи. По записи на каждый день. Все хорошо. Когда, последний вопрос, когда состоится, напомните нам, когда состоится день открытых дверей, это первый такой, кстати, день открытых дверей, вот такого мини-спа, то есть этого совершенно замечательного косметологического салона, можно сказать. И это будет 30 октября. 30 октября. Угу. Пожалуйста, будем рады вас видеть. Приходите к нам. Да. В какое время начало? С 10 до 5. С 10 до 5. Очень хорошо. 30 октября с 10 до 5. Это воскресенье, да? Да. Окей. Все. Хорошо. Оксана, большое спасибо. И я напоминаю о том, что с нами была Оксана Кравчук, руководитель и создатель вот этого косметологического салона на территории центра Сангейтс.